Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». С 2017 года благоустроено 447 дворовых и 142 общественных территорий в 76 населенных пунктах. Карачаево-Черкесия принимает активное участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил оказать поддержку регионам, реализующим крупные проекты благоустройства. За 6 лет будет благоустроено более 30 тысяч пространств. На эти цели будет еще дополнительно направлено 360 миллиардов рублей. Также Владимир Путин поручил продлить конкурс создания лучших объектов комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия на постоянной основе принимает активное участие в нем и уже трижды становилась победителем. Так, благодаря победе уже благоустроен зеленый остров в Карачаевске, центральный парк Усть-Джугуты, также готов принимать гостей и жителей района. В 2024 году будет реализован проект по благоустройству Малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкесска». В 2023 году были благоустроены 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамазан. Верующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Это особенное время для каждого верующего. Время укрепления веры, прощения, милосердия и сострадания, добрых помыслов и поступков, взаимопонимания и заботы о ближних. Несомненно, все эти духовные ценности всегда были и остаются одинаково близки и понятны всем гражданам нашей большой и великой страны, вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Именно они способствуют укреплению единства, взаимопомощи и согласия народов Карачаево-Черкесии и всей России. В эти благословенные дни хочу пожелать, чтобы в каждый дом и каждую семью вошли радость, благополучие и согласие. Пусть наши молитвы будут услышаны, духовные стремления вознаграждены, а сердца наполнятся добром, говорится в поздравлении Рашида Темрезова. В течение 30 дней верующие будут соблюдать строгий пост. В этот месяц мусульмане воздерживаются не только от еды и питья, а также они не должны сквернословить, выдавать милостыню, читать Коран и участвовать в коллективных богослужениях в мечети. О значении этого месяца рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтии Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. Для чего это дано? Аллаху Таала испытывает человека, как он будет себя вести во время поста, во время Рамазана. Первая буква «Р» от слова «Рамазан» – это рахмат, это милость Всевышнего приходит в этот месяц. Вторая буква «М» – это магфират, прощение Аллаха. Это приходит в этот месяц, Рамазан. После идет буква «Зот» – заман. Это время, говорит, тебя отделяет от рая. После зод еще идет буква алиф. Амана минаннар, остерегающий от огня. Это тоже месяц Рамазан. И в конце приходит нун. Нуруль халид. Нур это значит свет Всевышнего. Что это такое? Это Коран. Коран Аллаху Таала начал посылать именно в месяц Рамазан. Я надеюсь на то, что мы все в этот месяц, да и после этого месяца, будем себя вести так, как подобает мусульманину. Мусульманин – это кто такой? Тот человек, который делает добро. Добро для всех окружающих. Печальная весть. Ушла из жизни известный доктор и общественный деятель Назифат Хасановна Бадыева. Более 35 лет супруга экс-президента Карачаево-Черкесии Мустафы Бадыева проработала врачом в Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице, снискала большое уважение среди коллег. Выходя на пенсию, активно продолжала общественную деятельность, меценатство. У Назифат Хасановны спрашивали совета, приходили за помощью. Истинная горянка, она вела дружбу и особо поддерживала творчески одаренных людей, была большим патриотом Родины и своего народа. Многим дала возможность поверить в себя, помогала как морально, так и материально. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В
Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, минус 6, в горах до 12 градусов мороза, а днем до плюс 13. И местами минус 3, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3, минус 5, а днем 8-10 градусов тепла. В колледже индустрии, питания, туризма и сервиса состоялось заседание управляющего совета. Тема — реализация федерального проекта «Профессионалитет. Образовательный кластер создают на базе КИПТИС». Что предполагает новая форма обучения? Альбина Ламкова продолжит. В России не хватает рабочих рук, а промышленникам постоянно нужны квалифицированные кадры, и это проблема. Поэтому для ее решения создали новую форму обучения «Профессионалитет». Это экспериментальная модель профессионального образования. Заключается в подготовке конкретных кадров, те, что необходимы производственным предприятиям. Для нашего субъекта сфера туризма особенно актуальна, потому колледж индустрии питания, туризма и сервиса обучит 6 специальностям в этом направлении. Как будет проходить реализация проекта, обсудили на первом заседании управляющего совета. Предстоит большая работа, отметила в ходе рабочей встречи министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Именно грант в этом году выиграли по направлению туризм и сфера услуг. Это тесное взаимодействие работодателей, предприятий, партнеров, образовательных организаций среднего профессионального образования непосредственно. Корректируются учебные планы под заказ работодателей и готовятся специалисты, которые необходимы сегодня данной сфере или данной отрасли. Ускоренный процесс обучения, переподготовка и повышение квалификации всех педагогов и мастеров, которые задействованы в данном направлении, оснащение материально-технической базы, ведется обновление в рамках получения данного гранта. Работа в реализации программы профессионалитета уже идет в этом деле. Колледж индустрии питания сервиса отлично справляется, определили члены управляющего совета. На данном этапе ведут координацию процесса, чтобы выполнили работу в соответствии с дорожной картой в строго обозначенные сроки. Директор колледжа индустрии питания и сервиса Виктор Китауф представил отчет о том, как ведется работа в реализации проекта, поблагодарив всех за сотрудничество. Сегодня мы все с вами прекрасно понимаем, что стратегическим направлением нашей страны по развитию системы среднего профессионального образования является переход на практикоориентированную модель обучения путем создания образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где работодатель становится одним из главных звеньев во всем процессе подготовки кадров. Виктор Китауф отметил, что первым и основным документом по формированию образовательного кластера стало соглашение о партнерстве. Рассказал, что сделали и на что нужно обратить внимание. Еще отметил, что колледж полностью готов. В своих выступлениях представители средних учебных заведений и работодатели отметили положительные тенденции в совместной работе, взаимовыгодной деятельности организации образовательного кластера. Были озвучены возможные риски и пути их решения. Затем состоялся деловой завтрак. Встречу провели амбассадоры проекта «Профессионалитет» из колледжа индустрии питания и сервиса. Разговор состоялся в уютной и дружественной атмосфере. К нам пришли люди, которые добились определенных высот. Им есть чему подражать. Я хочу на их опыте научиться чему-то, сделать для себя какие-то выводы, чтобы впоследствии развиваться быстрее и добиться еще большего. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня у православных началась масленица, проводы зимы. По традиции на протяжении всей недели нужно печь блины, угощать родных, друзей, соседей, тем самым провожают зиму и встречают весну, соблюдая все обряды, чтобы год был урожайным. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.